Женя, проснись. Кто такая Женя? Ты что, ничего не помнишь? Меня зовут Алина, а вот это твой тренер. Здравствуйте. Что я здесь делаю? Ты сейчас находишься в КСК «Сибирская подкова». Женя, ты упала с лошади. С лошади, помнишь? Я что, на конюшне? Ну, что я здесь делаю? Все ясно, Алина, зови Кристину. А что я правда здесь делаю? Женя, я твой тренер. Ты тренировалась на коне, конь споткнулся о брусья, которые ты сильно расшатала. Что с ней? Ничего не помнит. Я знаю, что делать. Везите меня поскорее домой. Так, все, Алина, иди погуляй где-нибудь. Да, конечно. Ну, что? Как там Женя? Да вроде как все нормально. Она ничего не помнит. Она даже не знает, что она делает здесь на конюшне. Боже, это, конечно, все ужасно. На мне вообще пофиг. Главное, поддержать разговор. В смысле, пофиг? Мне вообще пофиг на нее. Знаешь, не могу тебе секретик рассказать. Это я расшатала брусья. Я расшатала брусья, чтобы конь запнулся. И они упали. Я немедленно сейчас же иду и рассказываю это все Ольге Михайловне. Ты чем им докажешь, что это я сделала? Тем, что ты со мной договор даже сделала, чтобы я покалечила Женю. А это как ты им докажешь? Очень глупая девочка. Боже мой, что мне делать? И да, и это было все. Извините, что серия такая маленькая. Просто я не очень успеваю все это делать. Во-первых, школа. Во-вторых, у меня конюшня. И скоро будет очень много видео, и они будут выходить часто, поэтому ждите.